Добрый день, с вами Лина Стренч, и сегодня у нас с вами распаковка, ну и возможно будет какое-то тестирование, если там какие-то есть пластиночки в этих посылках, или там лаки для стемпинга, возможно, мне пришли-то, я не знаю. По-моему, две из них отслеживались, вроде как, и две я попросила проверить по адресу. Кстати говоря, приходите когда на почту, помимо, если там приходит вам извещение, просите проверить по фамилии, по адресу, и чаще всего там будут еще посылочки, если вы много чего ждете. Причем, мне хотел уже почтальон давать извещение, чтобы я заполнила, я говорю, подождите, у меня есть два заполненных, мне в субботу не отдали посылки, потому что их нет, он сразу так, а кто вам не отдал, я говорю, нет, другой. Ну вот я не знаю, как работает наша Почта России, я, к сожалению, не понимаю суть ее работы и что она вообще делает. Ну что, приступим к распаковке. Вот эта, кстати, посылочка отслеживалась. И я на самом деле удивилась, что быстро пришла. Так, давайте, чтобы вам было видно, что я тут распаковываю. Здесь две акриловые пудры, и они должны быть очень-очень мелкого помола. У меня есть, вот я две заказывала у другого продавца. Она очень крупная, вот эта. Она вроде по отзывам была мелкая, но она крупная. То есть мне ее приходится очень плотненько дорабатывать бафиком. После того, как я укреплю ногти. Сейчас посмотрим эту. Я тоже, по-моему, сказала два цвета. Опять розовую. Да, вот это прозрачная. А вот это розовая, да. Ну, в общем говоря, девочки, она прям мелкая. Она практически, ну, как мука. Вот если взять вот эту. Ее видно, она прям крупные частички, их прям очень ощущаешь. Вот это очень мелкая. Я думаю, что она намного лучше будет для укрепления. И это, честно говоря, радует. Удивилась, что быстро пришли. Потому что все писали, что очень долго доставка. Но я заказала две баночки сразу по отзывам. В принципе, она лишней никогда не бывает. Тем более, я очень часто укрепляю именно свои ноготочки акриловой пудрой. Поэтому я довольна, я ссылку оставлю. По-моему, это продавец то ли лет 99. Я там 100 лет уже заказ не делала, но вот именно почему-то мелкая оказалась у него пудра. Вот здесь понятия вообще не имею, что. Ну, чего-то 4 написано. Я в шоке. Это Лакте. Я не знаю, как так продается такое, вот честно. Смотрите, ни вообще никакой пупырчатой пленки. Мне кажется, они чудом доехали. Ну, естественно, они все помятые. Главное, чтобы они внутри целые были. То, что помятые, это меня это мало волнует. Так, красненький. Мы сейчас их протестируем. Даже если там нет нигде пластиночки, мы их протестируем. То, что я их как-то беленький взяла. Вот так положим их. Ну, золото, серебро, естественно. У меня тут даже рядом типс есть черный. Золото. Красивое золото. И серебро. Причем я продавца просила получше их упаковать. Представляете? Они вот и серебро. Это вот 4 цвета, которые я новые заказала. И зелененький вот такой вот у меня есть. Мы их с вами сейчас протестируем обязательно. Даже если там не будет нигде пластиночек, мы протестируем с моими какими-нибудь возьмем пластинками. Потому что, как получилось, я сначала заказывала два лака Т совершенно у другого продавца. Очень долго, мы, по-моему, раза два или три продлевали защиту. Товар так не пришел. И потом уже под конец, когда еще там очередной раз заканчивался срок, я зашла в этот магазин, и этого лака там уже не было у них. То есть он мне даже повторно отправить его не мог.
И я ему написала, он такой: подождите, я говорю, сколько можно ждать? Я говорю, вы издеваетесь уже на самом деле. Тем более вы мне повторно отправить не можете. И в результате я открыла спор, и Алиэкспресс принял в сторону мою, что как бы посылки нет, и мне вернули деньги. А вот этот продавец, чем он примечательен, у него самая, я бы сказала, адекватная цена на эти лаки для стрим. Там бесплатная доставка, что плюс. Плюс они стоят чуть больше 100 рублей. Но упаковка, конечно, это какой-то кошмар. Здесь какая-то тяжелая посылка. Прикольно будет, если здесь пластины. Да, здесь пластиночки. Круто. Какие-то с подложкой. Но я заказывала пластиночки с подложечкой, честно могу сказать. Случайно на них наткнулась. И, по-моему, это они. Вот тут пластины для стемпинга упаковывают лучше, чем лаки для стемпинга. Это, конечно, вообще. Да. Это они. О, боже, тут их 5 штук. Ну вот здесь, конечно, меня вот эти узоры поразили. Это какая-то серия GR. Не было у меня такой серии. Кстати, вот по этой GR серии неоднозначно отзывы были. Это тоже серия GR. Ну, здесь, конечно, меня клетка поразила. Все, это вот прям клетка, я что-то захотела попробовать. А вот эти вот три пластиночки. Они, конечно, потрясающе красивые. СПВ какие-то. Я причем брала все такие сплошные рисунки. Прикольно вот это. СПВ 08, 01 и 06. И самое интересное, да, они с подложечкой, но на них не было вообще никаких отзывов. Но пришла довольно-таки быстро. Последняя посылка. Вообще не знаю, что здесь. У нас сегодня с вами какой-то мега будет, наверное, тестирование, потому что здесь вазелин. Представляете? Но здесь, конечно, шикарный продавец. Он очень быстро все доставляет. Я не знаю, с чем это связано, но именно Розалинд, Гильфавор, вернее, по Розалинду. Но это тоже самое Розалинд, но только по качеству мне больше нравится. Продавец мега быстро их доставляет. Обычно именно гель-лаки, лаки для стемпинга, они тут очень долго идут, но здесь продавец срабатывает на ура. Я вам говорила, что обычно дожидаюсь скидок и заказываю. Вот в прошлый раз из этих гель-фавор я заказывала серию R, потому что там прям сразу было со скидкой. Кстати, представляете, 24 все-таки чуть-чуть подтек. Ну ладно. Знаете, один из пяти. Вообще красота. Слушайте, я в восторге. Какая-то прям мега удачная прям посылочки. Так, ну пудра нам теперь на следующее укрепление. Лаки для стемпинга мы сейчас будем с вами тестировать. Я думаю, что сначала мы с вами сделаем как раз выкраску вот этих малюток. Но они мне безумно нравятся. Они еще так компактно постоят на самом деле. То есть прям такие малюточки. И упаковочка яркая. Я все-таки девочка, я люблю яркую упаковочку. Так, я вообще старалась заказать те цвета, которых у меня нет. Возьму прозрачные типсы, подключу свою мега крутую лампу и к вам вернусь. Ну что, я вообще приготовилась. Таймер поставил, кстати говоря, на 10 секунд. Вот кто не в курсе, у меня новая лампа пришла, от которой я вообще пока в восторге. Мне кажется, так, первый 11 выкрашиваем. Они плотные, они очень классные, они плотненькие.
Мне очень нравится с ними работать. Мне только, по-моему, один из них пришел, такой вот мятный, с блестками, который такой полупрозрачный. Все остальные-то вообще хорошие. Так, 11, 14. Естественно, вот эти вот номера, которые сверху такие, типа выкраска, как цвета, он вообще не соответствует. Очень красивый вот этот цвет. Но я думаю, те, кто меня смотрит уже давно, я говорила, что я заказываю сейчас или прям совсем нюдовые цвета. Просохло все. Сейчас 11 покроем вторым слоем. Очень красивый нежно-розовый цвет. Кто такой хотел? Вот вам. В два слоя вообще все перекрывает. В принципе, для стемпинга одного слоя было бы достаточно. Так, 11, 14, давайте 24, который, я так понимаю, у меня подтек. Вот такой, кстати говоря, зелененький. Вот такого формата уже, по-моему, что-то есть. По-моему, кстати, Виналиса. Ну, Виналиса, вот светлые цвета, они проблемные. Это очень классно. Я бы, кстати говоря, так, вот этот 11, 14 я сейчас покрою еще в один слой, но очень шикарный цвет. Надо будет какой-нибудь золотой стемпинг на нем сделать. Значит, лампа вообще. Слушайте, ну смотрите, как два слоя перекрывает. Мега шикарно. Так, вот это у нас 11. Естественно, нет, он как бы не соответствует картинке. Он даже более или менее, да? Так, ну хорошее покрытие. Мега классный 14. Он совсем не соответствует картинке вообще. Он коричневый здесь на картинке. На самом деле он такой, не знаю, бордово-вишневый, что ли. 24 я сейчас покрою еще в один слой. Ну, он классный, не знаю, мне нравится. Вот гильфавор мне нравится намного больше, чем розалинцем. Потому что с гильфавором я уже работала, и с розалиндом работала. Сейчас быстро высушится у нас 24-й и останется 31-й. Боюсь, что видео будет длинным. Но не ругайте меня. Очень красивый цвет 31. Такой бежевый, персиковый. Не знаю. Очень красивый. Я, кстати говоря, вот по поводу цветов, которые на сайте. Я не помню, сильно они соответствуют, не сильно. Вот это вот 24. Ну, в принципе, кстати, 24 здесь практически соответствует. Так, 58 мы сейчас сразу покроем. Они что-то вот прям по картинке рядом-рядом. Ну, может быть, это только по картинке, да. Потому что на самом деле он светлее. Ну, видите, у меня все цвета или такие прям ближе к светлым нюдовым, да? Или прям такие насыщенные, или очень яркие. В принципе, я так и заказывала. Это пусть сейчас сушится. Но это все просохло, я потом топом покрою. Сейчас уже время не буду ваше и свое тратить, потому что у нас пластиночки, лаки для стемпинга. Конечно, сейчас будем все прям...
Ну да, вот это 31 и 58. 31 он прям такой насыщенный, я бы сказала. Персиковый беж какой-то. Очень классный цвет. Очень хорошо ложится. А 58 он прям вообще светлый. Так, давайте 58. Он светло-светлый. Кстати, кому-то такой френч нравится. Ну, просто я знаю, я смотрю там видео. Кто-то вот прям под френч любит такие цвета. Но на этом цвете будет красиво стемпинг смотреться. Он вроде и не белый, и не розовый, такой какой-то молочный немножечко. Цвет красивый. Ну, с лаком для с лаком и лаком этим вполне можно подружиться. Так, отправляю вам. Тут вообще сенсор так срабатывает, это прям кошмар. Ну, в смысле, не кошмар, а круто. Потому что он моментально срабатывает, на самом деле. Ну, по цветам все же высохло. Я довольна. И тут, ну, мне все цвета нравятся. Прям вообще супер. Короче, я безумно довольна. Смотрите, 11, 14, 24, 31 и 58. Очень классные цвета. Потом я позже уже, конечно, все это выкрашу топом, но уже без вас. И, соответственно, все, конечно, просушу. Своей. Не знаю, я довольна лампой. Вы не представляете, как моя сестра была довольна, что я ей дала другую лампу. Сан Мини, свою малышку, любимицу. Ну что не сделаешь ради сестренки. Ну что, я предлагаю протестировать и пластины, и лаки для стемпинга ТМ. Тем более у меня есть здесь типсы черные. Я, наверное, начну прям по одной буду доставать. Я думаю, в конце я еще просто цвета лаку для стемпинга покажу. Слушайте, ну тут мега, по-моему, крутая гравировка, по крайней мере, по ощущениям. Вот эту пластиночку SPV08 достала. Ну что, черный типс, это черный типс. У нас 4 лака для стемпинга. Соответственно, 4 черных типса я как раз и достану. Посмотрим, насколько будет яркий рисунок. Еще я что-то слышала по поводу лака для стемпинга Т, что он очень быстро сохнет. Мы сейчас посмотрим. Когда, кстати говоря, с типсами работаешь, очень удобен вот этот штампик от Николь Дари, мега липкий. Вот на бумажку с ним неудобно переносить. Очень классно с ним на ногу переносить. И очень круто переносить на самом деле на типсы. Серебристый пробую. Боже, он такой густой. Вот все лаки для стемпинга, кроме пинпая, серебро, они мне все густые приходили. Абсолютно. Вот. Что Николь Дари. Слушайте, круто. Ну, серебро круто видно, смотрится вообще. Что Николь Дари, что Бон Бритти, что Лула. Прям вот в один все. Что серебро классное. Но это вот прям однозначно. Этот Human Бритти, Николь Дари, так что нет смысла переплачивать, честно скажу. Берите ты. Так, следующая пластиночка, это СПВ тоже. Я их увидела, я не помню, сколько там их. Но там рисунки такие классные. Естественно, захотелось попробовать. Боже, это СПВ-001. Вот это что-то похожее или вот такого формата я видела
у Майландом. Сейчас забываю. Так, золото с вами пробуем. Вот золото. Ну вот, а золото, вот реально так же бомбрить, по-моему, такое же золото. И Лола такое же. Николь Дайре мне так золото не пришло. Поэтому мне сейчас нет желания заказывать ничего у этого продавца. И очень круто видно его, посмотрите. Мега круто. Мне нравится, кстати, как оформлено, видите? И тут, кстати, 10 миллилитров в этом лаке для стоячего коте. 10 миллилитров. И он стоит, получается, ну, чуть больше 100 рублей. Единственное, что вот как они по мне целыми доезжают уже второй раз, не знаю. Потому что упаковка у продавца никакая, вообще никакая. Так, мы пластиночку эту оставим. Нам бы на бумажке посмотреть эти цвета. Поэтому оставим все. Ну, пока мне пластиночки нравятся. Я посмотрю, что там еще есть. Я вообще заказывала их действительно на пробу. Слушайте, здесь также сделано. Прям рисуночек. Он разделен. Вот здесь разделен и там разделен. Круто. Ну что, белый пробуем. СПВ 006. Вот эта вот пластиночка. Мне, кстати, кажется, что пожиже, чем Николь Дарья. Белый. Ну вот, когда на штампике видно, что он будет. Круто вообще посмотреть. Так здорово. Очень здорово. Давайте. У меня там два цвета осталось. Так, зелененький. Я правда не помню, какой зелененький, но. По-моему, он у них там не один, но какой у меня, я не помню. Но если вот здесь на штампике он яркий, значит он там яркий. На черной подложке будет яркий. Да. Ну, хороший. Конечно, можно и поярче. Логично, что Мондо Деуни смотрится намного ярче. Но, в принципе, за 100 рублей, я думаю, хороший. Вложение. Еще продавец научился их упаковывать, потому что, мне кажется, так они могут и не доехать в целости и сохранности. Мне, наверное, как-то просто повезло. Так, вот этот. Какой мы рисунок там пробовали? Вот это мы пробовали там, значит, вот этот будем пробовать сейчас красным. Цвет красивый. Вот какое-то сегодня с вами большое тестирование. И лаки для стемпинга, и пластины. И выкраска. Ну, зато прям все в одном видео. Слушайте. Вообще ярко смотрится. Сейчас посмотрим, будет ли заметно. Ну, вообще, да. Он потемнее чуть-чуть, но, кстати, очень даже неплохо. Я думала, будет хуже. Обычно красный хуже смотрится. У меня вот самый классный цвет красный, который сыграл на черной подложке. Это вот от Mondo Deunis Reddish. Вот он лучше всех. Все остальное как-то так себе. Слушайте, ну пластинки рабочие. Там очень интересные рисунки. Я переживала за их рабочесть.
потому что там вообще ни одного отзыва не было, представляете, ни одного отзыва. Так, с этими пластинками все понятно. С лаком для стемпинга на черной подложке. Но даже красный здесь неплохо смотрится. Ну, очень круто, золото и серебро. Но это прям вот в один, как бомбрите. Поэтому не стоит переплачивать. Я у Николь Дарья не знаю, какое золото, но думаю, предполагаю, что где-то такое же. Белый здоровский, зелененький вообще обалденный. И даже красный видно. Я, кстати, не заметила, что он быстро сохнет, потому что я и вам на камеру показывала и переносила потом, не знаю. Я вот здесь рядышком положу наши типсы. Ну, круто, мне понравилось. Я не знаю, рискну ли я еще заказать лаки для стемпинга. Вот это там палитра, кстати говоря, она, ну, достаточно такая большая. Дело-то помимо палитры, как их продавец упаковывает. Вот мне реально кажется, каким-то чудом ко мне доезжают эти лаки для стемпинга уже второй раз. Слушайте, на пластиночке GR у меня их две. 12-я. Ну, вот эти вот элементы мне очень понравились. Причем прямо они собраны на одной пластинке, очень круто. И 10-я. Но здесь клетка. Я искала себе прям пластиночку, чтобы клетка была по размеру рисунков. Ну, примерно как типсы, где-то по ширине 1,5 типса. Да, вот как типсы по длине, где-то 1,5 типса даже. Сейчас посмотрим, как она вообще в рабочем состоянии или нет. Но даже если вот эти вот GR не рабочие, я не сильно расстроюсь. Хотя потому, что вот те, которые очень мега красивые, не рабочие. Сейчас мы тут попробуем что-нибудь сделать. Но белым нет смысла переносить лаком для стемпинга. Слушайте, девочки, ну по ощущениям гравировка хорошая. Но это опять-таки по ощущениям. Она может быть хорошая по ощущениям, а на деле никакая. Видела я такие обзоры. Видела наоборот. Сама вот по ощущениям нет гравировки. Возьмите Мойру. Там вообще как будто нет гравировки. Но при этом поразительное качество переноса рисунков. Так, что будем делать? Тут вопрос, что будем делать? Кстати говоря, силиконовый штампик возьму. Я надеюсь, что сейчас все будет круто. Круто. Мы сейчас еще, конечно, попробуем парочку рисунков. Вообще очень круто. Мне кажется, меня продается вообще порадовал. Там у GR есть куча вообще рисунков. Куча огромная. Просто огромнейшая, я бы сказала, куча. Очень классно. Смотрите, какая прелесть. Вообще люблю такие. Мне кажется, с ними такой должен быть маникюр. Интересно получится. Я сейчас сделаю вам золото. Но просто не знаю, будет ли его вообще видно. Но сделаю. Если не сильно будет видно рисунки, то мы просто сделаем. Ну, на черной подложке вы видели, сделаю там, например, тем же зелененьким. Так, давайте какой-нибудь рисунок вот этот хочу. Ну, мне просто кажется, что если так сработало. Очень здорово. Ну, это же вообще такая прелесть. Кстати, оно мега блестит. Просто мега. Там столько шиммера.
Это вам видно на камеру, что оно очень мега круто блестит. Ну, я думаю, что вот с этой пластиночкой все ясно. Она рабочая. Сейчас мы с вами клеточку проверим. Ну, я вообще прям в восторге. У меня какие-то прям сегодня посылочки такие все хорошие. Сейчас вот если вот это будет работать, вообще будет круто. Я обожаю посылки с пластинами, с лаком для стемпинга, с гель-лаками. Смотрите, какая крутая вообще плитка. Сейчас вам покажу. Очень классно. И размер рисунка хорошенький. И клетки здесь столько. Ну, понятно, что надо будет делать подложку, это однозначно. Я уже закупилась скотчем двусторонним. Так, хочу вот этот. Нет, вот это мы потом делаем красным. Давайте что-нибудь тут такое вот сделаем. Круто. Не представляете, какая радость, когда пластинки рабочие. Смотрите. Здорово же. Серебром. Ну, давайте я сделаю серебром. Ну, не знаю, есть смысл, будет вам видно. Потому что все-таки из них всего ярче смотрится это красный. Видно его хорошо. Но видите, получается, что продавец как-то не сильно вот реагирует именно вот лаку для стемпинга ты на просьбу, потому что я реально попросила. Когда мне пришел вот этот зелененький, пожалуйста, упаковывайте хорошо. Я даже написала, я вас очень прошу упаковать хорошо. Он мне написал, типа, мы не можем, потому что, ну, как бы мы вам отправили заказ. Он там еще не увидел, похоже, что я подтвердила получение. На что я ему написала, что я делаю еще один заказ. Пожалуйста, упакуйте хорошо. На что он мне написал, типа, хорошо. Ну и в результате написала, забыл. Круто. Сейчас попробую вам показать. Ну, видно вам, да? И золотого видно, как отсвечивает. Потрясающе, конечно. Ну и все, я думаю, белый, понятно, что нет никакого смысла показывать. С белым мы с вами будем делать маникюры, мои обещанные вам. Сейчас покажу пару рисунков. Вот это хочу сделать красным, посмотреть, как он. Ну, пластинки крутые. Я еще довольна. Я люблю красивые рисунки и бюджетные пластинки, честно. Особенно какие-то, знаете, интересные рисунки. Потому что я прям искала специально пластиночку, что там было прям именно текстурные рисунки. Именно там вот элементы шотландки, ткани. Слушайте, посмотрим, удастся мне перенести два. Удалось. Ну и что вы говорите, что... Ну, не вы говорите. Я слышала про лак для стемпинга Т, что он очень-очень быстро сохнет. Я два рисунка перенесла. С Николь Дарья у меня это вообще не получилось. Я довольна вообще. Я очень довольна. Очень мега крутые посылки. Прям вот пришло все то, что как бы я хотела и что мне было нужно. Пластиночку я ототру получше позже. Ну что? Я сейчас всю свою красоту разложу, конечно. Это нереально очень красивый лак для стемпинга Т. Вот их тут сводч у нас рядышком сейчас поместится. Ну, это, конечно, очень классно.
Я предполагала, что они хорошего качества. Но просто я не знаю, почему я не вижу обзоров на черной подложке вообще. То есть кому-то там приходят какие-то новые продукты, лаковые для стемпинга, а на черной подложке обзоров нет. И что? Что покупать? Так, ну что, мега крутые еще у нас гель-лаки. Я вам сейчас постараюсь, конечно, их прям положить. Ну вот как, чтобы вам было видно. Давайте вот так. 11-й, вот. 24-й, вот. 31-й. Вот этот очень классный цвет. Я прям вообще в восторге. И 58-й не менее крутой цвет. То есть вот прям то, что я хотела, называется, то я и получила, в общем говоря. Потому что практически все цвета соответствуют моим ожиданиям, что я хотела. То есть очень близкие были 31 и 58 там вот на рисунках. Я решила все-таки взять два. Я вот единственное, что я вообще топом, конечно, не покрыла, потому что они были бы еще мега крутые. Намного. Ну и наши пластиночки. Я, конечно, в восторге. Я вам сейчас еще раз их покажу. Смотрю на эту красоту, думаю, боже мой. Так, ну, пудру я вытаскивать не буду, а вот пластиночки покажу. GR10. Вот кто хотел клетку, прям такую текстурную, вот классную. Я думаю, что на небольших ноготочках она тоже прекрасно будет смотреться, потому что здесь вот прям линии такие вот есть. Небольшие рисуночки. GR 12. Такая вот абстракция. Вот эти вот классные рисунки. Я думаю, очень классно будет с ними маникюр делать. Вот такие элементы у меня есть на бандрите пластинки. Я думаю, мы их совместим как-нибудь. Очень круто. Вот что-то подобное у меня есть на пластинке. Недавно прямо тестировала. Серия, по-моему, JXYJ. Вот там что-то подобное есть. Ну, классно. Так, вот так вот положу. Ну да, вам видно. По крайней мере, вам видно. Так, ну и пластины, которые для меня на самом деле стали открытием. Когда я заказывала, во-первых, я не видела вообще в обзорах этих пластин на Ютубе. Я там люблю находиться, смотреть различные обзоры, что-то для себя там выискиваю все время. Но этих пластин я не видела. Очень классным качеством. С вами прям попробовали рисунки. Потрясающие вообще. SPV001. Там их у продавца больше, точно. Так. SPV006. Но тут вообще тоже все потрясающе. Ну как вообще такая красота. И подложечка. SPV008. Вот, смотрите, здесь вообще рисунки. Тут даже от... Это дуанчики, по-моему, бабочки. Здесь как бы волна такая, прикольный переход. Вот эти круги. Здесь такие растения. Ну, очень классно смотрится. Давайте я вот эти как бы вот так, наверное, положу. Тогда он будет... Практически все влезет, да. Посмотрите, какая красота. Ну, по-моему, мега крутая вообще посылка. Я вообще безумно довольна, конечно. Особенно вот этими пластиночками. Все-таки они очень классные. Очень классные вообще посылки всем. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх, обязательно подписывайтесь на мой канал, комментируйте мое видео, для меня это тоже очень важно. До новых встреч!